Бэкст, Бэкст, Бэкст. Бэкст, Бэкст. Бэкст. Он там. Быстрее туда. Приветище! Мы вновь находимся в картонном мире и продолжаем здесь существовать. В общем, в прошлой серии мы сделали вот такую вот штуку, как это называется, это стойка для кож. Во. А также вот эту лободу, это у нас горн, где мы можем переплавлять руду. И сегодня наша задача это сделать в кузнице медную кирку. Для кузницы нам нужна трава, камень, плотный камень и грубая шкура. Что ж, придется немножечко поохотиться на волков, медведей и все подобное, что имеет шкуру. Ладненько, достаем наш крутой лук. Вот так. И А, у меня ж стрел нету, ёкарный. Стрелы, стрелы, стрелы. Для стрел нужна трава. Понял. Сейчас мы ее быстренько раздобудем. Во, вижу. Траву вижу. Есть трава. Вижу кабана. Сейчас сделаем... О, я и каменный могу сделать. Давай тогда каменные стрелы сейчас набабахаем. Вот так, 20 штук. Отлично. Достаем наш снайперский лук. И начинаем охоту. Ну? Чё? Блин, это болты были. Каменный болт, нафига я их сделал? Эх. Вот же каменная стрела. Делаем каменную стрелу. Еще одну. Отлично, все, каменные стрелы есть. Давай начнем охоту уже на диких кабанов. Воу-воу-воу, ты не кабан. Слышь, демон, отстань от меня. Ты куда летишь? Я тебе что, мешаю, что ли? Отстань от меня, блинский блин. Красная ты макака. Летающая. Вот так вот, попал в него. Получай. Лучше меч достать, да, наверное? Давай-ка меч. Вот так вот. Есть. Фух, укокошил. Отлично. Где этот кабан? Блин, сбил меня с толку этот демон. Вон, кабан, вижу. Кабанчик. Иди сюда. Лови плюху. Ух ты, нифига себе, как я стрел натянул. У меня лук, смотри, как дребезжит. Точнее, не лук, а руки мои трясутся от натяга. Получай. Давай еще натягиваем. Есть. Не подбежишь ко мне. Дикий кабан получает в носяру. И так не добежит до меня. Да ладно, добежит. Ух, успел. Есть, шкура есть. Надеюсь, это то, что надо. Грубая шкура, одна штука. Значит, мне еще надо двух кабанчиков жахнуть. Кабаны, вот они вы где. Или это не кабан, подожди. Не, вроде кабан. Натягиваем. Получай. Ох, ты промахнулся. Ты посмотри, он бегает в разные стороны. Он знает, что я стреляю с луку и уворачивается. Офигеть, какой он умный. Все, походу, надо меч доставать. Ай, в дерево врезался, меч. Вот так вот тебе. На тебе. Еее. Еще одна шкурка. Ух ты ж, блинский блин. Мне надо срочняк закинуться хавчиком. Хавчик, хавчик, хавчик. Чего? Звездная ягода? Ну-ка, давай попробуем. Закинемся. О, пошло. Так, у меня есть еще мясцо сырое. Ладно, буду сырое есть, ничего страшного. Ништяк. Правда, у меня на стене скоро диарея. От сырого-то мяса. Но думаю, я с этим справлюсь. Смотри, кого я встретил. Там медведь ходит. А вот здесь, за деревом... Так, сейчас я лук достану. Красный кабан. Смотри, какой он дикий, краснющий, здоровенный. У него по-любому есть шикарная ДНК. Сейчас мы его сжахнем. Получай. Эй-эй-эй-эй-эй. Стрелы. Стрелы кончились. Вот жеванные стрелы. Кабан. А ну иди сюда. Иди сюда, ко мне. Иди к папке. Переходим в ближний бой. Вот так вот тебе. Знаете, ага, тяжело пробить мои картонно-каменную броню. О, точно, душа дикого медведя выпала. Душа дикого медведя, вы серьезно, это же кабан был. Ну-ка, где эта душа? Смотрим. Повышение здоровья 110, нифига себе мощное, у меня что? Вот я, наверное, душу беса поменяю на душу дикого медведя. Теперь я стал здоровее. И мне нужно срочно сделать еще стрел. Десятка стрел имеется. Все, для кузни и шкуры мы собрали. Пойдем добывать камень. Так. Отлично, пещера с камнем. То, что нужно. Залазим.
О, смотри, сколько здесь камня. Блин, и тут так темно. Надо бы факел настенный сделать. Куда бы его поставить? Давай-ка вот сюда. О, отлично. Все посветлее будет. Надо это место на карте отметить. Ты слышишь эти звуки? Такое ощущение, что где-то робот ходит. Дай-ка я вылезу наверх. Хм. Наверху все тихо. Странно, кто же это был? Вон там, где парящий квадрат, это мой маяк, чтобы я понимал, где мой дом. Ты слышал этот звук опять? Ладно, фиг с ними, с этими звуками, достаем кирочку. Чё-то я очкую от этих звуков. Надеюсь, что меня тут сейчас не шандарахнут. Ладно, давай, короче, добывать камень. Знаешь что? Чем глубже я копаю, тем больше слышу этих механических звуков. Давай-ка я сейчас своей лопаткой попробую прокопать. Опачки, смотри-ка! Я до чего-то докопался. И там что-то есть. Прямо-таки нехорошее. А если что, я и убежать-то не смогу. Я слишком глубоко закоп... это, по-моему, робот. Слышишь, это робот картонный. Так, надо здесь сделать какую-нибудь лесенку, чтобы мне, если что, убежать можно было. Так, ну все, я вроде бы прорыл здесь дырень. Достаем наш крутяцкий факел. Где он там у меня? Вот он. И пошли смотреть, что же там. Кто здесь был? Выходи. Эй, я тебя видел, ты здесь был, блин. Каска моя большая мешается, надо прокопать еще. Ага, никого нету. Меня испужались и скрылись. Я голодный! Ёкарный ты бабай! Надо срочно покушать. А то сейчас откину тут свои картонные ножки. Вот так вот. Фух. Так, кто здесь был, кто ходил? Вылезай! Эй, есть кто? О, кристаллики. Шикарно. Шикарно, кристаллы то, что... Кристалл пригодятся. Ну вот, короче, пока я копал, это механическое существо убежало от меня. Но пока мы охотились на этого механического монстра, я добыл 72 куска камня. Этого нам достаточно. Пойдем теперь собирать траву. О-о-о, а у нас-то здесь ночь. Ночная. Темень потемская. Хорошо, что хоть факел у меня есть. Значит, где у нас... Так, там бес. Нет, я к бесу не хочу идти. Мне нужна трава. О, отлично. Ну, вот мы и прибыли домой. Сейчас мы соорудим с тобой кузню. Осталось только определиться, куда ее поставить. Хлыбыш. О-о-о. Интересно, а мясо я могу на ней пожарить? Ну-ка, давай попробуем. Нифига себе, сколько здесь всего можно делать. Ты посмотри, это что такое-то? Кобальтовая механическая рубилка. Ты посмотри, как она выглядит. Ух ты, круто. А это что такое? Вольфрамовые механические ножницы. Офигеть. А это что такое? Вольфрамовый механический бур. Сколько здесь всякого интересного в этой кузне. Ты посмотри, какие здесь доспехи класснющие. О, дом можно сделать из меди. Жесть. Просто мечта настоящего рудокопа. Столько всяких примочек. Значит так, нам нужно меди достать, да? Чтобы сделать кирку медную. Для этого нам нужно еще 5 медных слитков, дубовая древесина и полосы грубой кожи. Значит, возвращаемся к нашей кожевыделке. Все не так-то просто. Чтобы достать крепкую кожу, ее вначале нужно сделать. А сделать ее можно из крепкой шкуры и растительных отходов. Значит, нам вначале нужно найти где-то крепкую шкуру. Интересно, у кого она есть? Может быть, у медведей? О, волк, красный волк. Не-не-не, на него я не пойду. Я знаю, что у волка не крепкая шкура. У него грубая. А прежде чем мы пойдем добывать нашу шкуру, я предлагаю немножечко обустроить наш участочек.
Дело в том, что мы картон можем не только выкапывать, но и всаживать, смотри. Опа, и засадили участочек. И сюда. Сейчас мы здесь облагородим наш участочек немножечко. Во! Наделали здесь грязи и слякоти. Но зато теперь стало ровно, и я что-то немножечко как-то утопил нашу кожевыделку. Смотри, смотри. Сейчас мы будем охотиться на медведя. Вон на того красного. На элитного, мощного. Который ревет, орет прям так. Гроза здешнего леса. А вон там что? Это что такое там? А, это трава. Медведь, лови в пукан. Вах, как больно-то. О, сколько у него здоровья. Слушай, это, по-моему, не медведь. Кажется, я что-то напутал. Это... А, не, медведь, медведь. Я просто подумал вначале, что это какой-то рогатый зверь. Оу! Слушай, да он, я тебе хочу сказать, очень больно бьет, даже с моей броней. Получай по своему мокрому носу. Вот так. Фух. Ух ты, сколько с него шкур-то я снял, а? Ну-ка, что это за шкура? Шкура медведя. Ее можно преобразовать в грубую шкуру. Ясно. А что у него тут за душа? Ух ты ж, нифига, душа медведя. 158 к здоровью. 126 к выносливости. Вместо чего бы тебя поставить-то? Наверное, вместо души оленя-самца. Вот так вот. Ух ты ж, нифига себе, вот это прибавочка, слушай. Вот это нормально, я на него нарвался. Значит так, пора вернуться уже домой. Полосы грубой кожи. А, не крепкой, а грубой кожи, ё-моё. А это крепкая, а вот она грубая. Все, я въехал. Мне нужна вот эта кожа. Значит, 3 штуки я могу сделать. И мой инвентарь чертовски подзабит. Нужно бы сундучок разместить. Я как раз недавно сундук делал, вот он. Сейчас мы его поставим здесь. Олень, ты что здесь забыл? А ну проваливай, а то я сейчас тебя стрелу всажу. Значит, а то еще расколошмаришь мой здесь маленький домик. Хотя это сложно домиком назвать. Так, значит, сундук я поставлю вот здесь. Есть сундук, готов. Открываем. Ну вот, подрасчистили немножко инвентарь. Делаем грубые полоски. О, 6 штук. Я думаю, мне этого достаточно. Теперь мы отправляемся на поиски красного дерева. Где его только найти? Вот это вопрос еще тот. Воу-воу-воу, ребят, вам не кажется, что вас слишком много на меня одного? Трое на одного, вы офигели? Эх, жеванные гоблинские бесы. Надо валить, надо валить. Бежим, бежим быстрее от них. А то они меня сейчас покалечат. Воу-воу-воу, тихо, здесь еще одни. Все, отстаньте от меня. Хватит за мной бежать. Фух, один остался. Ну, с одним-то я сейчас расправлюсь. Сдулся. Один на один-то сдулся. Вот сопляк. Надеюсь, это красное дерево, которое нам нужно было. Так. Отлично. Вишневая древесина. Блин, не то. Может, тогда сосну надо рубануть? Может, это красное дерево? Какое оно здоровое. Фу, еле срубил. Жбак. Ну, красная древесина. Ништяк, я ее нашел. Так, надо побольше срубить здесь деревьев. Ой, ёшки-матрёшки, я голодный. Чё бы съесть мясо, мясо, мясо надо съесть. Мясцо. Фу, шо ж то мясо было. Ну что ж, для медной кирки мы уже собрали полосы, дубовую древесину, осталось только медный слиток достать. Но... чтобы его достать, нам нужна каменная кирка. Каменная кирка. Сейчас мы ее скрафтим. Ууу, какую бы ее сделать? Воу, что это я намутил? Не, мне это не нравится. Давай рукоять мы нарисуем как меч. Вот такой вот острый. Ага, здесь рукоятка у нас идет. Вот такая вот. О, а сама кирка каменная будет как кирка с двух сторон. Вот такая вот.
О, что-то я разошелся, чую я что-то очень эпичное сделал. О, вот это Кирка, вот это я нарисовал. Ладно, я думаю, что пойдет. Ну-ка, где эта Кирочка? Достаем. О, да это прям реальный топор для убийств, слушай. Ох, вот это роскошь. Ну что ж, ладно, возвращайся. Ух ты, красная животинка, он бегает. А, это кабан, ладно, не буду его трогать. Возвращаемся в наше подполье. Вот, чтобы добыть... Это что у нас? Это же медь вроде. Давай попробуем добыть. Да, медная руда. Тоже мне нужно. Добываем. Ну все, медь мы добыли. Надо ее, правда, через горн пропустить. Где эта руда? Кидаем сюда, плавим. Все, на медную кирку у нас теперь есть все. Сейчас мы ее сморганим. Воу. Следующее задание. Исследователь, используйте компас. Да я его уже сотню раз использовал. Как им пользоваться-то? Блин, да где же этот компас? Как мне его сделать? У меня же нет компаса. Здесь точно нету. Давай в кузне посмотрим. Компас, где же ты можешь быть? И как ты выглядишь? О, подожди. О, компас! Отлично! Железный слиток нужен. Так, значит, прежде чем мы пойдем искать железо, предлагаю немножечко обустроить наш привалочный пункт. Достаем нашу крутую дырявую лопаточку и убираем здесь слой земли. Ну вот, значит, расширили и разровняли мы наше с тобой владение. Теперь нужно оградить их. Короче, запарился я уже ручищами своими траву всякую собирать. Давай-ка мы соорудим с тобой серп. Сейчас мы вот такой сделаем. Мы не серп сделаем, мы лесную мачету сейчас с тобой как забабахаем. Так, какая она у нас будет? Вот так вот она идет. И вот от седого вниз вот так вот резко вот так вот пошла. О, вот это мачете, вот это мощь, хо, ништяк. Ну, а рукоятку я такую и оставлю. Создаем. Ну что, пойдем попробуем наш новенький предмет. Для чего он нужен? Смотри, руками я собирал вот так вот. Долго и нудно. А сейчас пойдем попробуем нашу мачету. Ух ты, какая она крутая мачетища наша. Вон травинку вижу. Ну-ка. Ну, да, шустрее, но я, если честно, думал, что она будет сразу рубить эту траву. Прямо с одного удара. Ура! Наконец-то я огородился от внешнего мира. Это, конечно, получилось немножечко кривовато, но ничего. Зато с окошечками и сквознячком снизу будет поддувать. Закроем наши щели. С внешней стороны. Во! Самодельная лесенка. Чё, нормал? Ништяк! И все поддувал закрыл. Осталось только вот эти щели заделать, но это как-нибудь потом. Вот эту квартирку я себе отбахал. Осталось только кроватку себе сделать, и все. Где она тут? Во, небольшая кроватка, мне должно хватить. Вот это кровать я тут организовал, да? Шикос просто. Вот здесь вот ее, возле окошечка поставлю. Ништяк, сердечки есть, подушка есть, можно спать. Единственное то, что она рядом с кузницей, но думаю не сгорит, ничего страшного. Ну все вроде бы, дом я себе обустроил более-менее, без крыш, правда, намокнуть можно, но ничего. Дикие звери, по крайней мере, сюда не попадут. Даже дверь есть, прикинь. Вот, ладно. Все, пошли на поиски камня, чтобы сделать компас. Компас мне по-любому нужен. Тьфу ты, камня, железного слитка. Нам нужен железный слиток, а не камень. Вон там вот как раз у нас есть горы. И я уверен, что что-нибудь мы там и найдем.
Наконец-то я дошел до этих гор, и я надеюсь, что здесь что-нибудь интересненькое будет. Так. О! Ух ты ж! Смотри, руда какая новая! Ну-ка, давай достанем. Чего? Нужна кирка получше? Где моя медная кирка? Сейчас мы ее достанем. Вот так. Есть, добывается. Железная руда. Ништяк, мы ее нашли. То, что нам нужно, то, что доктор прописал. Быстрее, быстрее, быстрее домой, а то за мной там куча всякого нечестивого убежит. Закрываем. Фух, все, надеюсь, он не пролезет. Ништяк. Там остался. Фух. Ку-ку, ты тут? О-о-о-о, закрывай двери быстрее. Фух, он там. Хе, пролезли. Так, значит, переходим к нашему литью. Сейчас мы себе отольем компас. А, погоди, нам надо в горн вначале, вот сюда. Закидываем наш, где? Железную руду. Вот так. И все переплавляем. Офигенно. Ну-ка, должно хватить, я надеюсь, что хватит. Да, хватает на компас. Делаем его. Югу, у меня теперь компас есть. Мне его, наверное, в руки надо взять, да? Сейчас закинем в руку. Так, нажимаем нолик. И... Ну, как бы ничего не происходит. Ну-ка на М. Чё-то я не въезжаю вообще никак. Мне его, походу, вот сюда надо куда-то вставить, да? Ну-ка. Еее, прикинь, его, оказывается, вставить надо было. Ну-ка, теперь на эмочку нажимаем. И чё-то как-то я не знаю. Ничего не изменилось, вот серьезно. Во, сверху, смотри, сверху появилось. О, прикольно, слушай. Теперь точно можно в карту не заглядывать. Ништяк. Не понял, чё это так светится? Ангельским светом. Сходил я за древесиной, называется. Ну-ка, пойдем посмотрим, что у меня там дома. А, этот сундук с выкинутыми вещами так светится. Все ясно. Ну, слушай, пусть светится. Легче будет найти дом. Рабочий стол, и вот он, заколдованный стол. Я уж в предвкушении, что же там можно будет наколдовать? Куда его воткнуть только? Вот в чем вопрос. Давай его поставим вот сюда, во, в уголок. Ух ты, как он светится, слушай. Ну-ка. Положите предмет, чтобы заколдовать. Ну давай, допустим, вот каменный меч. О-о-о. Прибавка к здоровью. Прибавка к урону. Блин, ну тут какие-то изумруды нужны. Рога оленя. Куча всего. Знаешь, что я вспомнил? Что я до сих пор бегаю в труханах. Надо бы себе каменные поножи сделать, да? Сейчас мы это соорудим. Фу. Как бы их сделать? Я честно не знаю, какая-то бородень получилась. Рука сама рисовала, я вообще ничего не делал. Ладно, что нарисовал, то и надену. Ну-ка, одеваем. Оу, воу-воу, 150 хп. Что-нибудь съесть надо, срочно. А то сейчас кони двину. Фух, успел. Ну слушай, поножи вроде ничего такие. Симпотненькие даже, можно сказать. Ну наконец-то, у меня теперь появились штаны. Ух. Кстати, ты посмотри-ка, я на задание даже внимания не обращал на следующее. У нас есть технологии. Победите робота прототипа. Ёкарный. Все-таки роботы здесь существуют. Нужно их всего лишь найти. Но это будет уже в следующей серии. Отправимся в мир картонных инновационных технологий. Ух, как звучит. Ну что ж, а на этом мы закругляемся. Мы сегодня много сделали. Если тебе понравилось, то из тебя лайкосик и комментосик под видосик, а также подписочка, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующего видосика по картонной игре. Вот. Все картонные игры выходят по четвергам. Тебе спасибо за просмотр, удачки и пока.